Все думали, что эта собака скорбит по своему хозяину, пока не увидели, что находится под ней. Когда в интернете распространился это фото собаки, сидевшей на месте захоронения владельца, все чувствовали боль. Люди со всего мира начали интересоваться историей собаки. В конце концов, это не неслыхано. Были многие случаи, когда собаки провели свои дни на местах захоронения их владельца или отказались оставлять место, где они в последний раз видели их. Все собаки лояльны, но это не одна из тех историй. Эта собака находится в этом отверстии по совсем другой причине. Это история о другой лояльности и самоотверженности. Персонал кладбищенской заметил, что эта собака далее вырыла маленькую впадину в земле и сидит внутри весь день. Оказывается, эта собака была бездомной. Она также была мамой. Ей было некуда пойти. Различные страхи, которые она имела для своих маленьких детишек, должно быть, были увеличены когда она почувствовала внимание людей, но, к счастью, у нее не было причины бояться. В маленьком отверстии храброй маме удалось сохранять всех четырех щенков в безопасности, они были счастливы, а место было удобным. Но отверстие действительно било очень маленьким, и этот факт усложнил их жизнь, но помощь прибыла как раз вовремя. Местные любители животных решили помочь бездомным, милым щенкам, таким образом, они с едой попытались уговорить маму выйти из отверстия. После большого колебания со стороны собаки-материи и большого терпения со стороны добрых людей, пытающихся помочь, она взяла приманку. Сначала медленно и затем быстрее голодающее животное съело еду с большим рвением. Ее настроение, казалось, улучшилось, как только она хорошо поела. Теперь настало время для щенков. В отчаянные времена собаки могут быть очень агрессивными и защищаться изо всех сил, поэтому было важно, чтобы она поняла, что никакой вред не прибудет к ее потомкам. В этой ситуации язык тела был ключевым фактором. Один за другим спасатели тщательно забрали милые небольшие шары пуха из кустарного места захоронения, которое стало домом для них. Щенки, казалось, были здоровыми. Но есть собачьи заболевания, которые обычные люди едва могут идентифицировать. Поэтому всех собак отвели к ветеринару. Отсутствие дома плюс напряжение и стресс, и чувство доверия, уверенность в том, что они будут спасены, помогло молодой семье выйти из отверстия. Они заснули на раскладушке, зная, что у них есть друзья, которые помогут им и будут заботиться о них. Щенки были намного более счастливы теперь, когда их мать отдохнула и чувствовала себя в безопасности. Отсутствие пищи значительно затронуло ее способность произвести молоко, но после отдыха и еды, младенцы, наконец, получили то, в чем они нуждались. Если собаки могли бы улыбнуться. Наконец, ветеринары смогли тщательно осмотреть собак. Ультразвуки, вакцины и другие тесты проводились, чтобы гарантировать, что у всей семьи будет яркое, здоровое будущее. После официального заявления ветеринаров, что они все чистые от каких-либо болезней, собаки были готовы вернуться в нормальную жизнь. Такую любовь они почувствовали впервые за все это время. Как будто это лицо говорит спасибо. Впервые за все время собака казалась счастливой, ей понадобилось время, чтобы она смогла доверять людям. А сейчас она была готова обеспечить хорошее будущее для своих щенков. Родители любых разновидностей хотят только одно, обеспечить хорошее будущее для своего потомства. И благодаря этим добрым людям эта собака может сделать это.